Hidden in darkness, you walk the hills. No distant voices call. Всем привет, друзья! С вами Любопытный Геймер, и мы продолжаем играть в Darkest Dungeon. И, в общем, я уже начинал записывать это видео, но оно у меня покрашилось, поэтому я уже в миссии, которая начнется, как только я нажму загрузку. В общем, небольшое предисловие: у нас новые участники команды. Безымянный лепер стал Михаилом, которым раньше был оккультист. Это я сделал ввиду исключения. Никогда больше так делать не буду, иначе я запутаюсь вообще нафиг. Просто человек очень просил. И оккультист, который раньше был Михаилом, стал теперь Морганом, потому что Моргану было, в принципе, все равно, кого именно я назову его никнеймом. И я покопался в комментариях и нашел таки, как меня просили назвать антикварку. Она теперь у нас носит ник Калвера. Ну, я отправил там кое-кого лечиться от стресса, по-моему, Калвера и Дизифаста, которые бегали у меня по данжу и собирали бабло. И я отправляюсь в бухту на нубский данж, но не на просто на поиски, а на битву с боссом. Это промокшая команда, собственно. О том и речь. 46-я неделя. Когда на старой дороге развелось слишком много любопытных глаз, я решил доставлять наиболее ценные грузы по морю. Добраться до тайной пристани можно было по узкой каменной лестнице за поместьем, а сложная система блоков позволяло поднимать самые тяжелые грузы с надежно закрепленных шлюпок на каменную площадку наверху. Бедняги закованы в цепи и навечно скрыты под водой. Почему мне кажется, что наш предок просто в какой-то момент пустил их на дно, потому что они слишком много знали? Итак, у нас в этом данже, вы не видели, как я его собирал, у нас участвует Михаил, новопереименованный, прокаженный, Аскал, который всегда был крестоносцем, Цицерон, который всегда был разбойником, и Фалет, которая всегда была Фалет. Я ее никак не переименовывал, потому что никто не хочет свисталок. Никто не хочет свисталок. Так, разведка. Стоит ли мне идти туда? Так, что, все, полная карта подземелья. Нифига себе. Так, у меня... Хватит ли мне двух лопат, чтобы все это преодолеть? Раз, два... Да, как раз. Именно две лопаты мне и надо. И мне совершенно нет никакого резона идти туда, потому что там пустая комната. Мы пойдем сюда вместо этого. И здесь должно быть интереснее. А нет, здесь не интереснее, потому что отсюда все уже забрали. Конечно. Любопытному везет. Ненавижу этих трупов. Надо их срочно убирать. Эти трупы очень могут болезненно взрываться. Хватит. Чё ты на это? Так. Валить тебя надо, валить. Пока. И, наверное... Ну да. Похилимся заодно. Ай, черт побери, я не взял ему копье. Ну ладно. Небольшой хил. Что ты делаешь? Ну, стресс ты делаешь. Зачем я спрашиваю тебя, что ты делаешь, если я прекрасно знаю, что ты делаешь? Так... Да умри. Так. Я брал ему копье, взял копье и так его и не поставил.
А тем временем мы его поставим вместо хила. Потому что хил не нужен, он хилит не слабее воодушевлением, и воодушевление еще при этом снимает стресс. Как-то так. Репер, мне кажется, больше, чем обычно. Здесь, по-моему, кто-то есть. Да, здесь бой. Оу, чуваки, я вас застал врасплох. Отлично. Так, пробуем одного из вот этих вот паршивцев убить. Так. А копье бьет куда? Оно на задние ряды бьет. Тогда мы, пожалуй, попробуем заставить тебя. И это получилось, поэтому буду бить я вот этого, в надежде его уничтожить. Смогу я этого? 8-16. В принципе, есть шанс. Отлично! Еще и крит. Супер. То есть стресс мне никто не навешивает сейчас. Хотя нет, навешивают, потому что они ходят два раза. Поэтому я не очень люблю. Ну, то есть... Нет, мне нравится застать врасплох, но то, что потом они ходят два раза подряд, меня, честно, раздражает. По-моему, если меня застать врасплох, я потом два раза не хожу. Ну, я не уверен, слегка. Что-то ты, по-моему, не то делаешь. Ты слишком как-то... Пока! Может, какой-то слишком ты агрессивный. Ну ты чего? Вот о какой схеме перемещения я говорил. Ты. Это тот предмет? Нет, это не тот предмет. Ну и ладно. Тогда... Нет, я все равно хочу трогать эту штуку. Окей. В принципе, никак это не изменило ситуацию. А фамильные ценности ситуацию, в принципе, могут изменить. О, отлично. Цицерон. Цицерон полезен. Деньги? Деньги тоже полезны. Здесь у нас бой? Нет, здесь ничего нет. Вау! Здесь аж целая секретка. Черт. Стоит ли мне гасить факел? Нет, я не хочу гасить факел, потому что я хочу прийти туда в освещении хорошем. А факел у меня вагон. Да, мне хватит и этого, в принципе. Отлично. Хорошо, что в секретке можно развернуться и не обязательно продолжать движение вперед, как изначально я двигался. Бой, в котором я должен отхилиться. Разбойники. Не врасплох. Ну ладно. Это все равно слабый выстрел. А это все равно промах. А это все равно смерть. Ну, достаточно интересно. Так, и что я могу сделать? Я не буду прыгать, потому что иначе крестоносец не сможет ударить, потому что сзади никого нет. Поэтому это, в принципе, наверное, так себе комбо. Бумажка! Хил, хороший хил на 10. Ты меня опережаешь? Нет. Почему ты его не убил? Теперь убил. Ну ладно. Останемся так. Хотя... Наверное, все-таки нет. Так, а что мне можно выкинуть? Лопаты нельзя выкидывать, это факт. Ключ я выкидывать не хочу. Пусть будет факел.
он ходит раньше крестоносца, и поэтому крестоносец не сможет прыгнуть, я не смогу отпрыгнуть назад, и будет все очень хреново. Да, вот теперь мы этой комбой воспользуемся, потому что этот черт стоит сзади далеко, и даже если я убью кого-то одного, он все равно не подвинется достаточно хорошо. Хрен тебе. Комбо сработает. Так. 12. Давайте наверняка его грохнем. Умри, скотина. Ну, он бы умер. Ну, ладно. Так он умрет сильнее. Наверное, даже как-нибудь так, потому... Черт, ну что такое-то? Я сильно надеялся, что я тебя вышибу. Ну ок, ладно. Это ведь оставит труп. Да, это оставил труп. Хорошо. Окей, и ты ведь не сдвинешься с места, если... Или сдвинешься. Нет, остался. И пока... А, нет, ты еще живой. Это даже хорошо. Потому что я сделаю так. И отхилю все подряд. Ау. Кого тут больше стресса? А, тебе. И умри. Отлично. А, это... Что, у меня не хватает, что ли? Сто процентов света. Сто процентов света. Света. Ты 100%. И факел... Факел просто не нужен, получается. Ладно. Окей. Я не вижу смысл идти за сундуком дополнительно. У меня и так места нету, чтобы все это дело хватать. Вот с такими вот ситуациями я сталкиваться вынужден, окей. Да, я поел. Я поел, я молодец. А, здесь еще и не сундук. Интересно. Два чувака, которые наносят кровотечение. Не очень хорошо. Но мы можем рубить. Можем сильно рубить. А, как у тебя с оглушением дела? Наверное... Попробуем мы тебя оглушить. Вот так. И это сработало. Хорошо. Прыжок. Прыжок. Хорошо. А вот, кстати, вот сейчас бы не убил его одним копьем. Ну, в смысле, удар копьем. Его бы не хватило, чтобы убить эту рыбу. Ау. Да ты с ума сошел. Такие криты выдавать. Где вас делают-то, а? Хорошо. Ты еще не бил, да? Пробуем оглушить. Да, сработало. И я могу ударить тебя. А чтоб тебя черти дрючили, ты что ж творишь-то, а? Два урона на 5 раундов. С ума сойти. Хватит! Чё, какой урон-то дикий? Набафался, понимаешь ли, скотина. Пока. А, держи ответку. Ну, правда, слабо, и... Блин, ты все равно на меня навесил.
себе. Пора лечиться. Давай, давай, лечиться. Давай, давай, лечиться. Так. Я не могу стрелять по этой позиции. Слабо. Я смогу снять себе стресс. Немножечко хотя бы. А, опять кровотечение. Нет, смотри, сопротивление. 2 на 3 раунда, 2 на 2 раунда. Блин. Умри уже. Скотобаза, а? Бумажки. Окей. Отдохнем. Наверное. На 4. Чтобы похилиться. Так, только герой. Снижение стресса на 25%. И повышение стресса всем. Вдохновляющая речь. Это ерунда. Молитва. Благословение, меткость, уклонение. Ерунда какая-то все. А, так, рукопашные навыки возьмем. Пусть вдохновляющая речь будет. Да, даже не знаю. Похилим тебя. И все, что ли? Да. Напали, напали, ура. Давно не нападали. Ну, вау, нас перемешали. Нас перемешали. Хрен там. Пока. Ау. Мне, наверное, не хватит скорости его убить. Очень плохо. Зачем дурацкий баф? Ну что, я успею тебя? Да, я успею тебя убить. Хорошо. Так себе костер был в итоге. А, ловушка. Ну ладно. Не сработало. Не хочу сюда. Не знаю, что это. Лопата. Что такое лопата, я знаю. А, кстати. Что это я как странно иду. Вот. Так вот мне нравится. Ходить. А на это мне не нравится смотреть. Они какие-то стрёмные. Пока. Пока. Ему пофиг, он уже сходил, чуваки. Вот это уже как-то не очень. Ну ладно, зато мы двинемся вперед. И к оглушению у тебя 50%. Мы просто будем хилить тебя. Ау. Ну ладно, хоть ты промазал. Хорошо. Чё? Давай мы будем просто рубить тебя. Просто рубить. И показывать тебе бумажки. Потому что бумажки страшные, они... Ну, я знаю. Бумажки — это ужас. Так, что тут у нас? Да, по-моему, я все это могу взять. Да. И здесь ничего. Дальше идет у нас стена. Сразу же вторая лопата уходит. Оставляя свободное место. Здесь у нас сейчас будет...
А, не надо, не пей, дурак. Ну ладно, пей, дурак. Цицерон, как любой уважающий себя философ, пьет все, что горит. Окей. Я смирился. Да, а вот тут сундук. И это последний ключ, который я использую. Хорошо. Тебе. Вам двоим. И тебе. И тебе. И тебе. Окей. Хорошо, охрана так охрана. Я буду стрелять в первого, потому что... Ну, то есть я не могу в него стрелять, но я буду в него стрелять через этого, потому что он сам его решил защищать. Как говорится, дуракам закон не писан. И вообще... А почему бы нет, кстати? А, он у тебя, по-моему, повысился. Повысил защиту, да? Ну, ладно. Теперь тебя некому защищать, придурок. Пока. Это возьмем, а это все не нужно. Отлично. Тайное отделение. Это все нужно. И оно даже не занимает ни одного слота. Отлично. А, здесь у нас разбойник обезвреживает ловушку. Полузащитник наступает. Опасный момент. Ага. Здесь у нас еще один бой будет. Привет. Ну ок. Ладно. Хорошо, Гоша красивый. Все? Доволен. Крит тебе. Черт. Нет, не Крит. Жаль. Крит это остров такой вообще. Да. Хил. Не особо большой, ну ладно. Почему? Ладно. Пока. Пока. Ау. Пока. 34. Такой бы на босса урон. И пока. Отлично. О, у меня есть лопата теперь. Супер. А почему я не могу взять лопату? Черт. Я не могу взять лопату. А лопатой можно открывать эти шкатулки. Ну, с другой стороны, никто не заставляет меня открывать их именно лопатой. Поэтому просто откроем, и там внутри ничего нет. С другой стороны, чтобы я стал выбрасывать, опять думать, что выбрасывать, потому что у меня нет места. К черту все это. Как-то так. Здесь-то что? О, гербы. Отлично. Для гербов у меня еще есть место для четырех аж. Гербов. Еще гербов. Нет, золото. Золото я тоже не против золота. Да кто же в здравом уме-то против золота? Отлично. А, это босс? Это босс. Жрите еду из кулапы. А, ты больше не хочешь жрать? Ну ладно. По-моему, нормально. Погнали. Итак, что же это за промокшее... О, господи. Оно одно на 100. Я думал, их будет несколько. Как минимум. Мы так не договаривались вообще. Утонувший гребец. Ну, на, гребец. Огребай. Вау, 19. Ничего так. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну.
Чё, ты отталкиваешь или нет? А, вон и чё. Ух ты, интересная какая тема. Ты её заколдовал, да? А как насчет того, что я просто в тебя постреляю? А, ты еще и на нее накладываешь этот. Не очень хорошо, конечно. Ага. Я не могу вообще шевелиться, что ли? Окей. А я могу вот так сделать. Выпивка с мертвецами. Вот и промазал. 15 человек. А, погоди, ты чё, хилишь его, что ли, за счет этого? Может тебе пойти куда-нибудь в район нахрен? Хватит всех там свистать. Опять ты его вызвал, скотина. Ладно. Мятеж. Что это значит? Слабление. Просто слабление? Минус урон, минус крит. Ха-ха. Кого бы это еще волновало? Ну, это вообще не колышет. Бумажка. А, то есть он получает сейчас, он получает больше, меньше урона, потому что он не захватил никого, понятно. А, урон у меня маленький, а, наверное, я тогда просто похилюсь. Хил-то ведь это не урон. Лечь в дрейф. Зараза. Я тебе сейчас башку отшибу. Спасите, я не умею плавать, говорит крестоносец. Ты не можешь плавать, даже если бы ты умел, тебе бы все равно было очень плохо, потому что ты, блин, в доспехах. Блин, занудный черт. Я не могу стрелять по первой позиции. Ага. Тебе вот так вот. Да, ты хилишься, конечно. Ты довольно гадкий. И дайте уже прокаженному сходить. Мишка! 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 Слей этого подлеца. Ох, ну ты нудный, а. Бумажка! А, он может ходить при этом? Интересно. О! Бум! Страшная бумажка. Ужасная бумажка. Ты потратишь свой ход на то, чтобы вызвать его? Не, не получилось, чувак. Ну и чё ты засвистал всех наверх, понимаешь? Держи. Жизни-то у тебя все меньше и меньше, скотобаза. Критический урон от Цицерона. Такое тебе, наверное, было неприятно. Мятеж. Ну вот по нему мятеж неприятно, потому что урон снижается. Опять.
Ну, нарисован он, конечно, классно, этот босс. Но вообще, по идее, он просто нудный. Ну, то есть... Он тянет время. Я не люблю таких боссов, которых просто долго убивать. Ну, то есть... Если бы ему хил побольше, то... Он бы не просто тянул время, а активно бы напрягал. А, он защиту перекладывает на своих свою компанию. То есть, когда он просто вызван и не активировал свою особенность, у него 50% защиты. Как только он кого-то заабордажил якорем, эти ребята получают 50% защиты. Окей. Но я могу так делать. Поэтому задуманный способ — это убивать постоянно этих чуваков. А этих чуваков постоянно вызывает он. Замкнутый круг. А, кстати, я тебя могу глушить. Нет. Ну, в смысле, да, но не получилось. Ладно. Да, свистай. Свистун. Я буду стрелять по тебе, пока у тебя нет защиты. Абсолютно по барабану, давай. Потому что ты уже умер. Нет, еще живой? Живой, скотина. Кстати, надо посмотреть на будущее. Защиты какие у него. У него от кровотечения серьезная защита. Ну, как и у всего в бухте. И... яда... Как-то у него защита очень сильно... А да, у него от всего защита увеличилась, когда этот активировал свою особенность. Прямо очень сильно увеличились. К яду у него не было такой защиты. Ну, собственно, у него были защиты, как у этого скелетика мелкого. Пока. Нет, ты еще живой? А, ну да, ты же хилишь его. Хватит, ты Аскалу всю карму попортил уже. Пока. Хватит его лечить. Дайте я уже схожу кем-нибудь, хоть кем-нибудь. Да блин, опять ты вызвал эту шнягу. А, вот он что делает. Свищет всех наверх. Пока уже, команда. И этот умер сам, отлично. Так. У меня есть еще кто-нибудь, кто может... Так. Ты можешь передать... Вот этому парню. Сам взять вот это. С другой стороны, я мог просто факел выкинуть. Ну да ладно. Возвращаемся в город. Вот такой вот данж. Вот такой вот босс, которого я раньше не видел. Хотя это босс нубского данжа. Ну, я в бухту особо не наведывался. Вот у меня и знакомство с ним шапочное вполне. А, здесь много всего, но денег не особо. Хотя, нормальный такой забег на 17 тысяч. Блин, кто-то пельмени здесь готовит. Просто вообще таращит на всю квартиру. Не я, нет, я не забыл пельмени на плите. Ну что нового-то? Дюмонт сняла стресс. Дизифаст... Угу, завис на медитации. А, нет, он созерцательность получил. Угу. Калвера вылечила сразу две болезни. Ну и так по мелочи. Аскал теперь третьего уровня. И ему пора идти снимать стресс. Калвера теперь... Пора тоже идти снимать стресс. И у меня слишком мало всего, чтобы что-то цапнуть. Так, здесь ничего нового нет. Прокаженный. Ну, то есть... Ерунда, по большому счету. Так, в принципе, прокажу... Не-н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 е. Такой прокаженный мне не нужен с такими квирками. В принципе, я могу взять собачника.
Гомбульт. Ну, он как бы никакой. Но у меня собачника нет. Кто хочет быть собачником, можете, в принципе, написать в комментариях. Я могу его взять и выкинуть, например, Дуая. Он как бы... Ну, ни о чем. Я бы даже сказал, я его прямо сейчас выкину, потому что у него минус 5 меткость. И нахрена мне чувак с минус 5 меткостью. Так что Дуай, пока. И этот Гомбульт, он в принципе ничего такой. Ну, в смысле, как он никакой. Он не будет молиться и заниматься самоистязанием, но он будет медитировать, а медитация у меня лучше всего прокачана. И у него сопротивление к кровотечению, это как бы, ну, ничего такое. Ни о чем. У него взяты нормальные навыки. Бросить гончую, кровотечение на всех, снятие стресса и хил. То есть он такой, ну, ничего себе, в принципе. Можно его взять, как минимум, для того, чтобы побегать... Да, я его возьму. Если вам он нравится, можно его переименовать. Все-таки это мужской персонаж. Все берут мужских персонажей, никто не хочет висталок. У меня нет ни одной висталки, переименованной персонажами. Но у меня есть несколько женских персонажей. В первую очередь, Редиска, Аннабель, Телмариэль. Кто еще? Рыжик. Ну, это была моя идея. У меня есть Меулис, которая безымянная, ну, в смысле, не переименованная, пробилась в высшую лигу. Ну, относительно высшую лигу. И у меня есть две висталки, которые крайне полезны, и они тоже никому не нужны. Ну, в смысле, переименовывать их никто не хочет. А больше у меня из прокачанных персонажей нет никого, кого можно обозвать. Все эти ребята имеют вполне оправданным образом, в общем, те ники, которые им дали подписчики. То есть... Скоро эта лавочка закроется, так что, возможно, вам стоит, там, если вы все еще хотите, то думайте. У меня остаются только висталки. Скоро останутся только висталки. Ну, серьезно. Две висталки, Меулис и кто? Дюмонт, Ури, Гомбульт и Фоллет, и все. Все. Наверное, надо будет повыкидывать этих висталок и взять оккультистов, их хотя бы поименовать можно. Ладно, на этом я серию прохождения завершаю. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте ставить лайки и комментировать. И про наш флешмоб тоже не забывайте, про который я только что так долго говорил. И на этом все. С вами был, как обычно, Любопытный Геймер. До свидания.